Сотрудники госавтоинспекции встретились с детьми детского лагеря 28-й Самарской школы, провели с ребятами разъяснительную беседу, напомнив об основах безопасного поведения на улицах, дорогах и транспорте в период летних школьных каникул, закрепив эти знания увлекательными играми на практике. Но жизнь не игра, и к своей безопасности нужно относиться серьезно. За 5 месяцев на территории города Самара зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых у нас пострадали 66 несовершеннолетних, один погиб. На настоящий момент мы имеем рост дорожно-транспортного травматизма с участием детей практически плюс 45%. И ребенок может отвлечься, может заиграться, но когда ему каждый месяц хотя бы проводит какое-то яркое мероприятие, естественно, он помнит о правилах дорожного движения и применяет их на дороге. Особое внимание уделили проблемным вопросам в области безопасности дорожного движения. Это правила поведения на улице, в салоне транспортных средств, управление велосипедом. Не оставили без внимания и необходимость использования в темное время суток световозвращающих элементов, а также соблюдение правил перехода проезжей части. Кроме того, сотрудник полиции сделал акцент на поведении детей во дворах, где игровые площадки находятся в непосредственной близости от движения транспорта. Школьники приняли активное участие в беседе и находили выход из ситуаций, которые могут произойти на дорогах. Работа эта важна, потому что она связана с безопасностью жизни детей, самого дорогого, что вообще есть у каждого человека. Очень приятно, что вот этот союз с представителями ГИБДД, он неформальный. То есть они действительно всегда на связи с нами, всегда оказывают методическую, практическую помощь и ищут нестандартные формы работы с детьми, которые бы и привели к такому крепкому пониманию необходимости соблюдения правил дорожного движения. После встречи ребятам дали возможность посидеть в патрульном автомобиле, примерив на себя роль автоинспектора. Детям показали, как работают громкоговорящие устройства и проблесковые маячки. На этом занятии я запомнил, как правильно надо держать ребенка за руку. Еще я на этом занятии запомнил, что у КамАЗа 2 слепые зоны. На этом занятии мне очень сильно понравилось. Такие встречи регулярно проводятся в детских, пришкольных и загородных лагерях Самары. Сотрудники госавтоинспекции пожелали всем провести это лето весело, активно, безопасно и соблюдать правила дорожного движения. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.